Приехали на монтаж теплица арочная 3х6. Также рядом стоит наша, еще старого типа, зеленая. Разложили, сейчас все будем устанавливать на брус. Брус у нас идет 100 на 100. Сейчас все это будем делать. Монтаж теплица арочная с размерами 3х6. Устанавливаем на брус 100 на 100. Уже накинули 2 листа. Также поставили 2 торца. Здесь у нас Михаил Васильевич чистит третий лист поликарбонатом. Дальше будем делать форточки с дверями. Труба у нас идет 20 на 20 цинк на 1,5, плюс полимерно-порошковая покраска. Коричневого цвета поликарбонат на ватра идет. Также присутствует резиновый торцевой уплотнитель и дверной. Все аккуратно, все красиво. Также защита сот. Для поликарбоната перфолента плюс профиль торцевой. Также здесь будем защищать, наклеивать, надевать. И по центру установили арку фермер из двойной дуги. Монтаж теплицы арочная 3х6. Устанавливаем на брус с обработанным антисептиком. Также идет комплект поликарбоната. Новатор 0,75 плотность, 4 мм плюс защита сот для поликарбоната. Перфолента плюс профиль торцевой. Также забили 6 якорей снаружи. От ветровой нагрузки присутствует резиновый торцевой уплотнитель и дверной. Также каркас идет из трубы 20 на 20 на 1,5. Цинк плюс полимерно-порошковая покраска. По центру поставили арку фермер. По торцам идет дверь с форточкой. Форточка и дверь. Также установлены крючки. Замки закрываются с двух сторон. И рядом стоящая такая же арочная, старого типа еще, зеленая. Здесь также крючки. Все внахлёст. Шпингалеты раньше были. Идем посмотрим. Такая теплица стоит. Сейчас идет без нахлёста, на пол трубы, без щелей все. Все красиво и аккуратно. Все защиты сотки.